Так, теперь вешаем кормушку на дерево. Да. Мы приготовили уже веревочку. Так, Маша держит и помогает, а Вова завязывает. Держи ему кормушку. Так, кормушка готова. Осталось насыпать корма и ждать птиц. Да. Ну или что? Повесить сюда какую-нибудь еду, например, яблочко там какие-нибудь. Кусочки сала, семечки. Да. Семечки мы насыпем вот сюда. Сюда мы насыпем крупу, а сюда семечки. А сюда можно сало, в принципе, или же яблочко, долечки. Угу. Ну и всем пока, с вами был Вова. И кто еще? И Маша.